Сейчас мы покажем, по каким продуктам скучаем в США. Так, берем. Голубцы мы делаем вот с такими листьями капусты. И, конечно же, не забываем про маринованные помидорки. Копченую колбаску мы покупаем только тут. А когда хочется чего-то такого, мы покупаем печень трески или шпроты. Свежий творожок мы покупаем каждую неделю. Ну а что с гречкой в Америке, друзья? Гречки полным-полно. И не только гречки. Манной крупы и кукурузной. Купили все самое вкусное и самое любимое. Баклажаны по-молдавски. Конечно же, творожок. Будем делать сырнички. Приправы для плова и для мясного фарша. Колбаску на 3,76. Печень трески. И еще колбаску копченую на $5. Итого мы потратили сегодня $29.18.